Монета 10 рублей 2006 года. Российская Федерация. Московский монетный двор. Серия Российская Федерация. Приморский край. Дата выпуска монеты 1 августа 2006 года. Оформители монеты художник Шабылкин, скульптор Копыткин. На реверсе монеты прописан ее номинал. Крупное число 10 с горизонтальным рифлением. Внутри цифры 0 имеется более мелкое горизонтальное рифление, на фоне которого при изменении угла наклона монеты попеременно просматривается число 10 и надпись «РУБ». Под числом 10 одной горизонтальной строкой указано название денежной единицы, надпись «Рублей». Ниже отчеканена мелкая литера, состоящая из стилизованных букв «ММД», знак Московского монетного двора. В самом низу поля монеты указан год чеканки, дата 2006. Слева полукругом лавровая ветвь, справа также полукругом дубовая ветвь. В верхней части поля монеты выпуклыми буквами полукругом вдоль канта указано название эмитента, надпись «Банк России». По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты отчеканен герб Приморского края, утвержденный 2 февраля 1995 года. Геральдическое описание герба гласит: в зеленом поле включенный лазоревый Андреевский крест, в оконечности щита поверх креста золотое изображение идущего уссурийского тигра. Андреевский крест символизирует край как морской форпост России на Дальнем Востоке. Синий цвет креста – цвет моря, зеленый – цвет тайги. А амурский и уссурийский тигр – символ уникальной природы края. Разработку цветного и монохромного рисунка герба выполнил в 1995 году художник-график Баженов Владимир Степанович. Геральдическое обоснование герба дал первый краевой архитектор Валентин Аникеев. Под гербом полукругом вдоль канта надпись «Приморский край». Над гербом выпуклыми буквами полукругом вдоль канта надпись «Российская Федерация». Надписи разделены двумя круглыми точками. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты рубчатый, состоящий из 300 рифлений, на фоне которых две вдавленные надписи 10 рублей, разделенные двумя вдавленными пятиконечными звездочками. Монета биметаллическая. Центральный диск изготовлен из мельхиора. Кольцо изготовлено из латуни. Соответственно, магнитными свойствами монета не обладает. Вес монеты 8,4 грамма. Диаметр 27 мм. Толщина 2,1 мм. Чеканили монету на Московском монетном дворе тиражом 10 миллионов штук. Средняя цена монеты 60 рублей. Монета имеет разновидности, различающиеся по расположению знака Московского монетного двора. Перед вами различные варианты расположения знака Московского монетного двора. Вот описание различий. Вот на фотографии хорошо видны различия. Больше десятка. Ну вот последние два рисунка – это Санкт-Петербургский монетный двор.
Наиболее ценными являются монеты, на которых расположение Московского монетного двора, как на рисунке 3 и 4. Такие монеты могут стоить до 1000 рублей.